Здравствуйте! В эфире экстренный выпуск программы «Действий». Сегодня в выпуске. Весь мир и все прогрессивное человечество празднуют сегодня, 16 ноября, 80-летний юбилей Балтийского государственного технического университета. Съезжаются сегодня в Петербург на Первую Красноармейскую улицу, чтобы лично поздравить профессорско-преподавательский состав университета. Те же из политиков и звезд, кто не смог приехать, поздравляют собравшихся с юбилеем родного вуза через телеканал. Вы знаете о меня? Никто из моих меха на празднование 80-летия не пригласил, хотя меня в последнее время вообще редко куда приглашают. Но я все равно хочу поздравить руководство, преподавателей, работников во имя с этим праздником, пожелать здоровья, счастья, процветания, ну и, конечно же, их дальше углубить, так сказать, и расширять и сферу исследований, и сам вуз вот там поймал. Я хочу напомнить собравшимся фрагмент известного стихотворения. Зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области победа. Мы впереди планеты все, однозначно. Про балеты и Енисей не скажу. Но где у нас делают ракеты? По крайней мере, проектируют. Конечно, в Инмеке. Однозначно. А это значит, что в Инмеке самый важный вуз страны. И невозможно переоценить его значение. Я хочу сказать, что на Военмех возлагаю огромные надежды, потому что проект мой с ее мобильными что-то не складывается. Не хватает грамотных инженеров и конструкторов. Надеюсь, что в стенах Балтийского государственного технического университета мне помогут реализовать этот по-настоящему важный для России проект ее мобиль. Больше мне не на чью помощь рассчитывать. Так что поздравляю с праздником и надеюсь на сотрудничество. Признаюсь честно, всегда очень нравился Военмех, точнее его выпускники. Между прочим, моя песня «Настоящий полковник» посвящена как раз одному из таких выпускников. Славно мы тогда время провели. Он мне все про космос рассказывал, про ракеты. Оказалось, все не настолько романтично в итоге. Но я-то понимаю, что где романтика, там чаще всего скрывается тяжелый труд. Так что успехов всем вам, здоровья и побольше интересных исследований. Ну, все, наверное, вы знаете, что космонавт, Балтийский государственный технический университет славится своими выпускниками-космонавтами. Так вот, космонавт – личность героическая. А я все не играю супергероев. Кстати, астронавты тоже играл в «Армагеддоне». Поэтому именно мне доверили честь поздравить Военмех от Голливуда. Что я с большим удовольствием делаю? Хочется пожелать, что если, не дай бог, над нашей планетой нависнет такая угроза, как в фильме «Армагеддон», то Военмех обязательно что-нибудь придумает и спасет эту планету.